Не, ну все-таки компания Meizu умеет делать подарки. Это что-то круче, чем Карло Пазолини. Вот в Китае очень много рекламы к Xiaomi. Местные китайские автобусы. Ох, блядь, китайцы наглые, ребята. И так уж просто попасть в запретный город. Доброе утро, ребятушки. Ну что, это уже последний день мой в Пекине. Здесь просто шикарная погода. Здесь светит солнце, здесь нет зимы. Единственное, что у меня вид такой себе, знаете, с окна, типа, вот там неплохо, но так это четвертый этаж, получается, ну, такой вот, прожекторы мне валят в здание, в окна, ну, такое, как бы, выйди на улицу, там получше вид, не в отеле сиди. Не, ну все-таки компания Meizu умеет делать подарки. Сначала подарили вот такую коробку. По весу она очень тяжелая, я же говорю. Думаешь, вау, что-то крутое внутри. Хрен там. Там кирпич. Кирпич, ребята. Нахрена кирпич? Я не понимал этого всего. Потом на следующий день компания делает подарок вот такие вот херени. Я думаю, что это такое? Ребята, инструкция. Вещь отклеиваешь и приклеиваешь к кирпичу. И носишь кирпичи как сумочку. Ладно, говорит, для чего можно использовать? Ну, можно приклеить к конвертику. У меня он тоже есть. Вот он. И носить конвертик китайский. Ну, такая себе идея, ну ладно. Можно носить компьютер. Как они такой огромный компьютер приклеят вот этими штуками, без понятия. Вот, можно носить кирпич. Телефон и, самое интересное, собаку. Ядрить собаку носить вот этим. Просто посмотрите, как это все выглядит. Вот они показывают, как можно приклеить компьютер, и вот собака. У меня есть чихуахуа. Я не представляю, как вот так вот приклеить собаку можно. У нас за это бы, я не знаю, не то, чтобы посадили бы. Убили. Телефон. Кирпич, компьютер. Боже, как лох. Ну, давайте проверим на кирпиче. Говорят, можно носить-то кирпич. Окей, ребята. Берем кирпич. Представляете, я прихожу там таможенный контроль, да, вот в аэропорту. Они думают, what the fuck? Типа, что это? Чипс? Я не знаю, как-то так? Они себе это представляют. Может, надо еще закруглить, ребята. Чтоб нормально так схватилось, надо закруглять. И берем вторую. Это что-то круче, чем Карло Пазолини. Вы просто посмотрите, как это смотрится. Боже, это просто произведение искусства. А, ребята, вы понимаете, кто здесь самый главный будет? Кто самый модный будет в Киеве гулять? Вот так вот, с кирпичом. Я не знаю, это какая-то вещь, антигоп называют, знаете, на вас бегут, и вы так в сумке, ха, и кого-то нагнули. Я просто в шоке от китайцев. Я просто в шоке от китайцев. И знаете, что они еще подарили? Там такие есть красные трикошки, я вам потом покажу. Это вообще какое-то извращение было бы, если бы таких трико. Красные обтягивающие лосины с китайскими иероглифами. Мужские. И, ребят, я вам чуть попозже это покажу. Но вот это вот. Я конечно, бы хотел увидеть, как они собаку в этом носят. Но мне кажется, собаке будет как минимум неудобно, ее будет жалко. Кобздец просто. Мы поедем сейчас в запретный город. Это одно, наверное, из самых великих мест, где хотелось побывать еще. Потому что в прошлый раз, когда летел в Китай, в это место мы не попали. Потому что мы попали на новогодние праздники. А новогодние праздники в Китае происходят в середине февраля. У них вот тогда празднуется китайский Новый год. И тогда просто нереально было. Тогда поприезжали все китайцы, там их было даже 10 стояли в очереди. Но я думаю, что сейчас будет все попроще. И мы увидим, наверное, одно из главных сооружений, мне кажется, Китая в Пекине. Вот в Китае очень много рекламы к Xiaomi. Я не знаю, вот у нас в Украине эта же марка тоже набирает популярность, но вот в Китае их очень и очень любят. А еще у них одна из самых популярных, это марка Oppo. Это вообще китайский какой-то бренд, который там просто вот эти телефоны не обожают. У них примерно пол рынка Китая ходит с телефонами Oppo. Не Meizu, там даже не iPhone, так далее, именно Oppo. Вот смотришь на эту машину отсюда, вот непонятно, это чувство, как будто передние колеса поснимали, просто их там нету. А это как бы не до машины, не до мопед. Такое что-то маленькое. И оно четырехместное, ребята, четырехместное. А, не, брышу трехместное, одно место по центру и два сзади. Капец. Какие у них смешные, как они, ребята, разворачиваются, знаете, так вот.
Здесь вроде разворот у них разрешен, если вот какая-то разрывистая есть. Ну, как-то, хотя вроде не похоже на разрывистую. Ну, тут у них правила по-своему. Вот чувак вообще по встречке могут там отъехать, вот может сюда поехать, особенно мопедисты. Ну, это вот их такая местная таксишка, такая, не на дальней дистанции. Нас таксист подвез, но вторая наша команда, вообще без понятия, где она. Мы пока будем идти к главному входу, хотя это не главный вход. Это как бы второй вход. Главный вход, он выглядит совсем по-другому. Он находится вообще с той стороны. И там в основном всегда людей больше. Тут я вообще не вижу никакой-то очереди. Либо сейчас реально китайцев мало приходит сюда, либо они все на том входе находятся. Потому что там с той стороны находится метро. Я не уверен, что здесь метро есть какой-то выход. Но там он точно возле выхода был. Местные китайские автобусы. И кричит граммофон. Китаянки нету, а граммофон кричит. Слушай, а сюда точно можно войти, или это у них выход? Короче, ребят, нас такси заказался засранцем и закинул на задний вход. А там нету входа, точнее там выход только. И мы вот взяли местную а-ля мини-таксишку, которая нас подведет к переднему входу. Ох, блядь, китайцы наглые, ребята. Дай ему сотку, либо пятидесятку, и трындец. Вот так вот, в общем-то, белолицы здесь нажухивают. Двадцатки? Ему мало, ты понимаешь? Нет, он сажал сотку. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Мы проехали в этом дырчике, причем тут, ну, хрен да ни хрена. В такси тридцатку заплатили, плюс тот еще ж комиссию какую-то платит. Тут, я мне нечего сказать. Подошли мы к главному входу. Здесь, так понимаю, обелечиваются. Ну, китаец, конечно, дает. Мы на такси приехали за 30 юаней, ехали хреново тучу времени и в нормальных условиях. Тут мы ехали на дырчике непонятном, плотном. И он захотел 100 юаней. Мы даем ему десятку, он типа нет, 15, 20, короче, ему уже дали. И он, короче, ужасный чувак. Под начало уже, вот этого, все медленно двигается. И так уже просто попасть в запретный город. Мы потеряли нашу вторую команду, которая ехала. Не уверен, что мы их найдем. Сначала нужно пройти проверку на то, что у тебя нету ни там ножа, пистолета и всяких опасных вещей. Наконец-то мы прошли. Сейчас теперь найдем вторую нашу команду, которую мы не могли найти. И не понимали, где кто находится. Вот это вот главная какая-то их аллея. И вот от аллеи главный вход. Ну а там уже 100% есть уже и билетики и так далее. И мы уже видим запретный город. Наверное, одно из самых, ну, наверное, главных достопримечательностей Китая. А если бы точнее, Пекина. Вот так вот выглядят китайские военные, которые переговариваются или что-то там рассказывают, куда идти. Это пацан фотомодель. Мы прошли одни ворота и попали еще одни. И таких стен здесь очень много. Но мы еще пока что не можем найти нашу вторую команду. Здесь, наверное, на площади развлекалось много китайцев. Очень похоже на какую-то такую вот, знаете, вот парады происходили. Тут военные китайцы такие: «О, будем служить нашему императору» и так далее. Но очень много стен. Ты идешь со стены в стену, со стены в стену. И логично, что где-то в центре всего этого был, наверное, палац императора, где, в общем-то, он и развлекался. И мне кажется, что мы по чуть-чуть уже подходим к центральной части этого здания. Мне кажется, из каких-то моментов ты заходишь бесплатно, но есть места, вот то, что-то похоже уже на кассы. Капец, ребят, тут столько проверок. Столько проверок, что просто трындец. Ого, сука, зажигалок нашли. Зажигалки, смотри. Все, теперь мы, ребятушки, зашли в платную часть города. И я надеюсь, что платное будет поинтереснее, чем бесплатное. Ну, как минимум, я уже вижу прикольные входы. И нормально у них так казна пополняется такими входами. Там вообще китайцы, на самом деле, делают хорошие дороги. Все очень симпатично.
Вот, знаете, было бы классно посмотреть, что же здесь происходило, там, не знаю, там сотни, тысячи лет назад. Эти вот какие-то парады китайские, император, такие все гуляния. Мне кажется, что здесь реально было бы очень красиво. Смотрите, капец. Это представляешь, что это было построено все очень давно. И в таких масштабах тоже. Любят китайцы драконов. Сколько же входов. Вот мы проходим и проходим. Проходим и проходим. И все вроде бы и похоже. И с другой стороны все чуть по-разному. Хотя чем дальше, тем больше ступенек, я вижу, появляется. И здесь же реально столько китайцев ходило. Какие-то древние времена, когда это все было подстроено. Просто посмотрите разницу вот этого здания и вот то, что вдалеке. Видите вообще высоту? Разницу в высоте, я сказал бы даже. И как красиво. Это, ребята, драчаха. Дракон и черепаха. Китайская драчаха. Есть цапля. Очень большая. Какое-то элитное здание. Потому что внутрь не впускают. Наверное, потому что что-то есть ценное. Очень. И что там? Что это? Они здесь, наверное, молились. И это похоже на трон. Как вы думаете, ребят, что бросают в такие большие чаны? Конфеты и монетки. Все, что у китайцев есть в кармане, то и кидают. Офигеть, тут все выглядит. Так необычно. Вот тут тусу провести. Пати такое, американское. Смотри, как она ходит на каблуках. Ребята, вообще видно ходьбу эту китайскую на каблуках? А я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая.